Дорогие друзья, всем привет, мир, любовь, добро и свет. Сегодня к вашему вниманию предоставлю швейную машинку промышленную. Минерва. Эта машинка сделана еще в Советском Союзе, одна из первых таких машинок. Друзья, обратите внимание, это колонковая машина. И мало того колонковая, она двухигольная. Вот. Причем, в принципе, если вам две иглы не нужно, вы можете одну иглу отсоединить, шпульку вытащить и шить как на одноигольной машине. Вот. Машинка по тяжелым и сверхтяжелым тканям. Значит, она оснащена сервоприводом. Вот. Даже есть, смотрите, освещение для удобства. Сейчас я вам поближе покажу. Затем мы установим здесь площадочку и будем пробовать шить. То есть, вот эта конструкция, она съемная. Ее можно убрать, и останется вот эта только нижняя часть. Если вы какие-то неудобные места шить, тогда вот это вот снимается. Вот. И сейчас я поближе вам покажу. Друзья, смотрим по кругу. Здесь сервопривод. Вот. Так оно выглядит. Здесь проводочек подсветки. Вот. Так. Машинка, друзья, очень надежная. Так. И сейчас мы будем пробовать шить, друзья. Друзья, установили там, намотали немножко ниточек, да? Произвели заправку ниток. Ну, для пробы. Вот. Ну, с целью показать, как она шьет. Вот. Узнали панельку съемную. Вот. Для удобства. И сейчас будем шить. То есть ниточки заправлены везде. Так, хоп. Заправили. Здесь нажимаем кнопочку сервопривода. Так, укололи немножечко. Прокололи. И потихонечку, друзья. Друзья, отличный шов. Сейчас достанем, покажем. Так. Работает как часы, где? Все, если мы закончили шить, друзья, закончили шить, лапку поднимаем, иголочку. Ниточку вытягиваем, достаем ножницы, вот, такие ножницы портные под рукой оказались, друзья, обрезаем и смотрим, что у нас получилось, друзья. Такой шовчик сзади, спереди, все отлично. Ну, шов 4 миллиметра, друзья. 4 миллиметра. То есть, напоминаю, если вам не нужна двойная строчка, одну иголочку сняли, катушечку вытащили и шьете одноигольной машиной, пользуйтесь. Вот. Вот такая, друзья. А ссылочка, друзья, в объявлении. Объявление будет в описании видео. Вот. Переходите по ссылочке, смотрите стоимость машинки и о наличии. Друзья, вот и все. Всем удачного дня и, главное, хорошего настроения. И здоровья, и благополучия. Все, пока. Управляй мечтой.